Приветствую вас. Я руководитель и основатель японского салона массажа Japanese Beauty. Этот бренд появился в Казахстане в 2015 году. Расскажу немножко предысторию. Я прожила в Японии 16 лет. И там же я закончила Академию японского массажа, проходила практики у лучших специалистов, набиралась опыта, получила колоссальный опыт. И в Японии я основала свой первый салон японской эстетики в городе Осака, Шинсайбаши. Японцы оценили то, что я делаю, им понравилось то, что я делаю. И в 2013 году по семейным обстоятельствам я вернулась в Алматы. Моя дочь решила поступить в учебное заведение Алматы. Естественно, я приехала за ней и 2 года работала в свободном полете. Вот. И только через 2 года я основала свой первый салон. Наш коллектив обучается у меня, либо непосредственно у японских специалистов, которых я приглашаю из Японии. Вот. И 2 года назад я стала заниматься социальными проектами, так как в наш салон стали обращаться незрячие люди, инвалиды 1, 2, 3 группы, с жалобами то, что их никуда не берут на работу после окончания учебных заведений по общему профилю массажа. Вот. И тогда я решила обучать их уникальным техникам японского массажа. Вот, особенно незрячие массажисты, так как они не востребованы, и работодатели особо не горят желанием брать на работу слепых массажистов, да, незрячих. Даже если берут там в поликлинике или еще куда-нибудь, то, естественно, там они спросом особо не пользовались. Ну и, соответственно, зарплата была очень низкая. Вот. И я решила обучать именно незрячих массажистов уникальным техникам японского массажа, дать им то, чего нет в Казахстане. Вот. И я обучала их массажу стоп, японской рефлексологии. Ну и работодатели тоже особо не горели брать на работу незрячих массажистов. Вот. Тогда я решила создать им сама рабочие места и открыла социальный салон японского массажа «Стоп» в торговом доме «Алмата». Проект был тоже очень востребованным, понравился людям. И я тоже очень сильно переживала, так как финансирование полностью шло за мой счет. Я никогда не обращалась к государству, никогда не просила финансовую поддержку, потому что проект был мой успешный, и мне, в принципе, хватало средств для того, чтобы вкладывать их в свои социальные проекты. Вот. И также мы намеревались открывать цех в марте, тоже с привлечением инвалидов в социальный проект. И в связи с коронавирусом, в связи с тем, что все встало, мы немножко прикрыли этот проект. Вот. И сейчас, на данный момент, мне надо выплачивать арендную плату в городе Алмате. Также у нас есть филиалы в Астане и в Шымкенте. Там мы в партнерстве. Вот. И сейчас, на данный момент, мы затрудняемся с арендной платой, так как работы нет, дохода нет, и, соответственно, аренду надо платить. Арендодатели я тоже понимаю, потому что у них тоже есть свои выплаты, у них тоже есть кредиты, им тоже надо на что-то жить, поэтому просить у них каникулы или простить месяц аренды мы тоже не можем. И в связи с этим напрашивается вопрос, как глава государства может поддержать нас, индивидуальных предпринимателей, чтобы мы остались на плаву, чтобы мы продержались как-то это время, потому что сейчас аренда помещения очень сильно бьет по карману, и мы затрудняемся с выплатой, и поэтому обращаемся к нашему главе, как вы можете помочь нам в данной ситуации, чтобы мы продержались, потому что закрываться нам тоже не хочется.
Мы бы хотели работать, продолжать. Я бы хотела воплощать свои социальные проекты также, имея доход из салона. Вот. Поэтому такое вот обращение к нашему главе. Как вы можете нас поддержать? Спасибо большое.